Всем хорошего дня и времени суток. Смотрите, 2 дня назад сделал триминг, вообще все, почти что все посрезал. Ну, большую часть ботвы только здесь, вот там, где уже были хорошие свежие листики, их поставлял. Вот и завязи, вот еще завязи. Вот такие вот тоже хорошие завязи. Пойдет. Так, в общем, смотрите. Добавил сюда удобрение, довел концентрацию до 1100 ppm. Это по серому датчику ТДС-3. Смотрите, видите, столб идет, оп-оп-оп. И вот пасынки. В этих вот пазурах образовываются новые пасынки. Оп, видите. Вот, и вот эти вот пасынки, тык-тык-тык, пойдут себе новой веткой. Как бы, так как есть основание корневой системы, откуда она берет, ну, свои минеральные и макро-микроэлементы, да, вот она кушает, питается. И вот чуть-чуть по столбу идет этот жизненный сок, и чук, пойдут эти веточки, да. Ну, я думаю, поняли, к чему я. Так вот, ну, это, в принципе, посмотрим, что с ними будет дальше происходить. Это сейчас второй день. То есть посмотрим, что будет еще где-то через дней 5-7, как вот он себя будет вести и развиваться. А так вот, всем, друзья, классного, хорошего урожая. До новых встреч. Подпишемся на каналчик. Все вы красавчики. Бэм-бэм.